конце 2020 года Министерство просвещения Российской Федерации утвердило программу развития педагогических образовательных организаций высшего образования. По словам министра просвещения Российской Федерации Сергея Сергеевича Кравцова, педагогические университеты должны стать драйвером развития науки и школьного образования. 2 марта Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет имени Василия Макаровича Шукшина посетил министр просвещения Сергей Сергеевич Кравцов. Его сопровождали министр образования Алтайского края Максим Александрович Костенко, мэр города Бийска Александр Петрович Суденикин и другие официальные лица. В ходе рабочего визита Сергей Сергеевич встретился с ректором Людмилой Алексеевной Мокрецовой, сотрудниками и преподавателями вуза. Ректор провела экскурсию по университету, рассказала об инновационных и образовательных проектах, наставничестве, новом наборе, трудоустройстве выпускников.